Леонардо, ранее AXTA Westland, AW-109 Military, AW-109M. Это проверенный, экономичный, многоцелевой вертолет, который уже находится на вооружении нескольких вооруженных сил по всему миру. AW-109M разработан на базе AW-109 для использования в военных целях. Широкий спектр специального оборудования, включая внутренние и внешние системы вооружения, в сочетании с выдающимися летными характеристиками, позволяет AW-109M выполнять задачи в самых суровых условиях. AW-109M пользуется преимуществами обширной глобальной сети поддержки клиентов. Этот винтокрылый аппарат стал первым полностью итальянским вертолетом, производившимся серийно. Разработанный компанией AXTA, как и 109, он первоначально поступил на вооружение в 1976 году и с тех пор использовался в различных целях, включая легкий транспорт, медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные и военные функции. AW-109 находится в непрерывном производстве уже 40 лет. Леонардо также предлагает современное обучение для повышения эффективности пилотов и обеспечения максимальной безопасности. Компактные внешние размеры машины расширяют возможности морских операций и обеспечивают его транспортабельность самолетами Си-130. Вооружение: два ЦАПФовых 7,62-мм пулемета или один 12,7-мм пулемет. Внешнее вооружение: 12,7-мм пулеметная установка на 250 или 400 патронов. Пусковые установки на 7 или 12 трубок. Смешанная ракетно-пулеметная установка, 3 ракеты, 70 мм, 250 выстрелов, 12,7 мм, ракеты с лазерным наведением, LGR. AW-109M предоставляет боевым командирам высокоэффективные многоцелевые возможности для выполнения широкого спектра основных и второстепенных задач. Вооруженная разведка. Сопровождение и огневая поддержка. Тактический транспорт войск. Командование и контроль. Поисково-спасательная операция и медицинская эвакуация. Высадка спецназа. Борьба с пиратством на море.